можешь сделать, знаешь как? Подожди, я тебе покажу. Я тебе покажу, это старый фокус. Выкапываем. Ой, не выходи за спину. Свинодети! Какого герба? Саня! Старый фокус! Старый фокус! Дрючь, дрючь их, дрючь! Не на той высоте сделал! Один минус, два минус! Закрой! Как хорошо, что я вовремя Вань, смылся. Закрой чем-нибудь! Я ушел уже. Твою мать. Всем лучей добра, друзья. Волкофрения с вами. Мы продолжаем выживать в ванильном режиме в Майнкрафт с крутыми, невероятно крутыми текстурами. А у меня к вам вопрос, на который обязательно ответьте в комментарии. В каком виде делать наше выживание в Майнкрафт? Либо отдельные выпуски, ролики по 50 примерно минут, либо на прямых трансляциях, где-то по 3 часа. Обязательно напишите в комментариях, как вам комфортнее смотреть. Ну а я продолжаю выживание в Майнкрафте со своими друзьями, с Александром Музлов Плей и с Ванчеллой. Не забудь прожать лайк добра и, конечно, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать ни одного выпуска. Ну и рассказывай друзьям, потому что впереди только интереснее. Поехали! Лёха, вынеси мне хлеб. Хлеб тебе выкинуть сейчас, да? Жди сюда. Водички вынеси. Да-да-да. Пару палок? В смысле пару палок? Я не понял. Хлеб или пару палок тебе же? Выбирай. Хлеб, пару палок. А что с огородом-то случилось? Вы его закопали, что ли? Да не, слушай, тут этот... Тут Кригер пришел, короче. Сволочи! Два крипера пришли в доспехах, в железных, понимаешь? Делайте огород, а у вас хотя бы выросли те, ну, как раз, там, картошка, пшеница, которую сажали? Да, да, выросли, я забрал. Вообще внезапно так, это... Я сначала забрал, а потом крипер пришел. Так, подожди, давайте так теперь, мне надо знать, как делать грядки. Дайте мне хлеб. Научите меня делать грядки. А, хлеб, да на тебе хлеб, юк-мукарек, на. И я снимаю просто верхний слой, да, травки? Да, но ты очень далеко от воды сделал, и если на грядке попрыгать, ну или там походить какое-то время, я не помню, честно говоря, то ее просто затаптываешь. Слушай, а сколько, в ряд можно делать от воды, чтобы она питала? Два ряда? Два или три, я не помню точно, три, кажется. Ваня, а ты как хотел сделать, скажи? Я обычно всегда делаю так, три ряда, вода, три ряда, вода, я вот так вот делаю обычно. Так, хорошо. Я хотел, типа... Через одну? Да. Ну давай через одну сделаем красиво. Ну, закопай остальное, ничего страшного. То есть ты хочешь сказать, что надо вот так вот потом вот этот вот блоки снимать, да? И сюда еще воду. Обратно поставь. Да. Ну, в смысле, просто воду притащить. Чтоб... А, это знаешь, как эти рисовые плантации, да? Или как они там, между... Или ну, чайные, да, между ними водичка? А как ты собираешься? Просто мостик поставить над водой, чтобы потом ходить? А тут и Ваня. Твой выход, я... Все то же самое, shift зажимаешь и по грядке спокойно ходишь. А, через shift? Через shift. Ну ладно. Все окей. А так. Я, кстати, через shift даже не пытался. Я просто мостики ставил, потому что, понимаешь, ты через shift ты медленно ходишь. А, все работает шикарно, все работает. Я только что сделал бесконечный источник воды. Так. Это интересно. Показать? Это интересно. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка. Ты где? Смотри. Можно здесь забирать воду, и она теперь все время будет восполняться. Только, ну, вот с этого краешка забирать воду. Надо колодец сделать здесь. Смотри, а забираем, она восполняется. Угу. Можно еще как-нибудь в одну клетку ниже. Смотри. Ну-ка. Волк, давай покажу по-быстрому. Обучение. Давай. Чтобы на будущее, вдруг Майнкрафтом займешься. Смотри, берем ведро, кидаем, например, вот ту крайнюю. Видел, куда я кинул, да? Видел. А теперь по диагонали нужно просто кинуть еще одно. Оп. И все. И у нас получился все бесконечный источник воды. Ах ты читер! Нет. Окей. Хорошо, я понял. Так, опаца, смотри. Ля-ля-ля, что делает? Да, молодец. Я так и думал, что что-то такое сделает. Не надо ничего открывать, ты просто по ним ходишь. Я понял. Так, здесь у нас что? Сажать. Слушайте, а полублоков в Майнкрафте нету обычном, да? Полублоки — это модифицированная штука. Есть. Есть. Хорошо. На самом деле полублоками классно смотрится. Ну, мне всегда нравилось. О, ля какая свекла, а? Ля какая свекла. А у меня-то она красивая, кстати. У меня текстурочка на свеклу, да. На морковку нету, а на свеклу есть текстурки. Ты у нас тут одна женщина. Готовь борщ. Чего?
Повтори, что ты сказал. У нас, смотри, действительно есть картошка, есть свекла. Сейчас мы сюда приведем парочку коров. Вообще будет красота. Угу. Блин. Чуть-чуть. Ты понял, да? Да. Оп-оп. Слушай, а вы не боитесь, что вас придут, съедят тут? Кто? Ты? Я ночью приду. Не, да не, а кто там перебирается через забор, кто-то перепрыгивает? Не знаю. Давай его. Кстати, я понял, как криты наносить. То есть не то, что полоска просто заполнена, и надо наносить удар. А когда ты прыгаешь, и у тебя персонаж только начинает падать. Так. Делаешь такой некий, грубо говоря, удар в падении, носится более высокий урон, нежели просто. Или может ты просто в голову попадаешь, не? Не-не-не. Именно когда персонаж падает в прыжке. Да-да-да, я сейчас тоже попробовал, вроде работает. Там уж прям искры вылетают. Интересно, надо попробовать. Так. А что здесь, песок? Ты сказал, у тебя тростник есть. Может, отдельно да? Тростника сделаем отдельную плантацию вообще? Почему? Э? Да ладно, зачем? У тебя его очень много, у тебя много, что ли, его очень? Да нет, в принципе. Ну вот засади сюда, он размножится, тогда можно сделать отдельную. Сейчас прямо его... сейчас посади сюда. Оп. Интересный. А тростник сюда забрали же, да? Я вот, что тростник? Я забрал сюда, оттуда. А сюда что, ничего не посадили? А сюда? Сейчас, что еще осталось у нас? Тыква есть у меня, давай тыкву посадим. Но мне кажется, для нее нужно 4 квадрата. Че? Типа она же толстая такая? Она большая, вырастает. А вон она, смотри. Это тыква у тебя? Да. А я, честно говоря, не помню, как она растет. Ладно, я сюда пшеничку посажу немножко. Все, я тыкву посажу. Пускай будет. Все, посадил. Пойдемте даже поспать. Время промотаем. Где вы постели, сказали, поставили? На втором этаже? Не-не-не, правое крыло, первый этаж. Правое крыло. Там, короче, валетом спать надо. Валетом. Вальтом. Так, давайте я не буду посередине. Давай, ложись посередине. Я не хочу посередине. Суки. А вы что мне вас... Пути. Ах ты. Я поспать. Ладно, ложусь. Вот вы жучара, а. Так, не приставать, все нормально. Ох, хорошая ночка, ну. Ага. Надо поесть. Это будем укладывать на другой сайт. Нельзя. Так, у нас есть что-нибудь поесть вообще? У тебя хлеб есть? Я тебе весь хлеб отдал. Залезь в сундук, там хлеба дофига. Окей. Это что там? У нас грядка пропала, походу. Ну... Как грядка пропала? О чем ты? Или где взорвался? Нет, все хорошо. Ты что, шутишь, что ли? Я видел. Я просто чистил далеко. Взрыв просто, дать. Нет, это было далеко, все хорошо. Эндермен! Эндермен, не смотри на него! Два их, два. Он ворует землю, сволочь. По-моему, можно на ноги смотреть. Да, глаза не засмотреть. На ноги? Так, нормально? Ну, у тебя редиска немножко выросла, прикол. Во. А что, у нас с железом все плохо, да? Железом? Ой, у меня 51 слиток. Сори. Че таскаешь? Положил обратно. Да. Ну, бывает вообще. Окей. Ну, люблю железо с собой носить. Ешь яблоки, если железо любишь. Да-да. Саня, внизу мы сделали наподобие утилизатора. Ну, если что. А, лаву поставили. А я даже не видел, мы сделали, говорит. Ну-ка, где? А ты вниз уже ушел, Сань, что-ли, копать? Нет, а за тобой? Чуть в подвале, наверное. А, вон. Банально, примитивно. Ну, нормально, что. Красота. Просто туда кидать и красота. Все? Красота. Да, просто кидаешь и все. Сейчас кинул просто. Ну, а нужно туда попасть, на самом деле, еще. Ага, нормально. Попадает. Ну, сами там еще нет. Классно, классно, утилизатор есть. Все, я пошел копать. Сейчас я тоже присоединюсь, сейчас доделаю заборчик. Не поминайте лихом. Вы все вниз, что ли, сейчас пойдете? Может, ты присоединишься? А грядки кто? Вот копай, сейчас. А что грядки да копать? Да копай грядки. Ну так, Ваня, у меня хорошие новости. Ну? Да. Я нашел алмаз. Нет! Не может быть, сейчас, подожди, не копай его. Я не копаю, я освобождаю. Иди сюда.
правда. Сейчас. Слушай, я только спустил... Это всегда так. Ты на второй день только спускаешься в шахту и сразу находишь алмазы. Это просто закон Майнкрафта. В первый день тратишь на это огромное количество времени. Прям такой, нет, я сегодня их добуду. И потом уже через 3 часа такой, ладно, все, в задницу, я пошел отсюда. На следующий день только спускаешься в шахту, алмазы. Причем их туда фига. Просто... Нет, это просто нереальная залежь. Да ну... Иду. Ты что, меня нашел? Нет, я все. А, Ваня, я поставил давай, ворота давай. Там. Все. Понял. Калитку. Так, иду быстрее. Обычно их бывает, там, знаешь, 2-3. В этот раз их 8. Так, я иду на телеге сейчас. Давай, я тебя встречу. Сейчас. Я тебя трогаю. Давай, вперед. Я иду к тебе, алмазик мой. У меня так просто скрылся на фоне вдали, так как мне кажется, у него голубая опять зажглась, это самая лампочка. Голубая лампочка. Так, хорошо, ты где? Слушай, ей, давай. Так. Пойдем. Так. Внимание, дамы и господа, оповещаю вас, что на дворе наступила ночь. О май гад, это... Мне же слезы потекли. Дай я проверю, добываются ли они? Да, добываются. Металлические, да? Фу, слава богу. Эти алмазики! Да, железный. Железный, да. О, новые достижения, новые рецепты, о господи! И все, да? И все. Досадно. Черт. Ну ничего страшного, все хорошо на самом деле, все замечательно. Потер сопли сразу. Так, куда мы? Направо, налево, вперед? В разные стороны, да? В любую сторону. А мы сейчас... Да в разные, ты, наверное, можешь... Ты можешь направо пойти. Мы сейчас на пятерке с тобой. Ну, бывает. Под лавой. Под лавой. Где-то она там... Вот лучше в ту сторону не иди, потому что там лава. Точно? Хотя, нет, пошел, иди, главное, не утони в лаве. Пошел, иди отсюда. А ты знаешь, нет, бывает, а что выбрал направление, тебя начали отговаривать, а на самом деле выбрал правильное направление. Лава! Быстрее, что-нибудь поставь! Застраивай. Булыжник. Застраивай ее, застраивай. Я же сказал, что там лава. Да что такое? Ага. Вверх не копайте только, пожалуйста. Слушай, знаешь, что, вроде говорили, там на восьмерке она ближе всего, больше встречается шанс. Бывает, да. Ну видишь, мы нашли с тобой на пятерке. Может, на пятерке повыше попробовать? Можешь повыше подняться. Ну я просто копаю шестерку и семерку сразу. Угу. Так, а я и сейчас. Пятерку. О, я сейчас на восьмерке. Сделать что ли себе алмазную кирку? Я пойду сделаю алмазную кирку. Хочешь, я тоже сделаю? Заодно заценишь, насколько это круто. Ну, давай. Сейчас давай сюда алмазы, я тебе принесу. Сейчас скину. Давай, я тебе принесу кирку. Лёха, не ведись. Прощайте, шашанки! Да-да-да. Все, больше его никто не видел с алмазами. Давай мне алмазную кирку. Ну, просто, знаешь, именно копировать. Мне понравится. Хочу алмазную кирку. Лови. Так, первая алмазная кирка. У меня места нет. Что, у тебя места нет? Ну выкинь камни какие-нибудь. Сейчас выкину. Булыжник. Ага. Вот просто она. Зацени, насколько она быстрее копает. Ого, да там вообще просто за секунду. Даже за миллисекунду. Вообще, и сразу как попер это? Вперед, да? Бам, вообще бам, бам, красиво. Бам. Я же говорю, это прям вот самый-самый кайф с киркой, вообще жесть. Это красиво, ребята. Это однозначно класс. То есть, когда у тебя появляется алмазное оружие, алмазная броня, кирка, вот тут начинаешь любить Майнкрафт, потому что жизнь становится хороша. Да, это... Слушай, ну прям вообще на... Обалдеть, как и летит. И тут есть такая штука, как, например, обсидиан. Обсидиан делается из лавы, то есть выливаешь на лаву воду, получаешь обсидиан. И обсидиан можно добыть только при помощи алмазной кирки. Обсидиан нужен, чтобы создать портал в ад. Вот это вот хорошо, вот это я люблю. Я нашел алмазы! Да ладно. Да, не... Много? Не знаю. О, да, неплохо. Ну-ка. Где ты там? Внутрь прям углубляйся. Сейчас углублюсь. О, да, еще тут не только этот, а еще красный. Как он там? Ага, редстоун. Сколько нашел-то? Так, ну пока блоков тут сейчас, подожди. Сейчас его обкопаю. Раз, я два, тебя потерял, походу. 3, 4, 5, 6. Вот. Ну-ка, наверх.
Наверх тоже, да? Аккуратней. Будь крайне аккуратен. Собираем? Собираем алмазики. Кстати, всегда нужно обязательно еще и вниз копнуть один раз. Знаешь почему? Потому что, а вдруг там лава? Ну, обычно лаву слышно. Все собрал? У меня места нет, просто он еще вот еще. Вот, собрал, собрал, все хорошо. Как он так выглядит, интересно. Это железо, класс. Обалденно. Того, у меня в кармане сейчас 7 алмазов. Шикарно. Это офигенно. Да. Все, так. Вот видишь, живем. Ну. Самое главное, будь аккуратен с лавой, потому что если в лаве умрешь, у тебя упадет этот труп, то он все, ну, все сгорит абсолютно. Так, ребята, вопрос. Я нашел еще алмазы. И еще нашел зеленую какую-то жижу. Зеленую руду. Зеленый — это, скорее всего, изумруд. Да, изумруд. Не изумруд, а как его? Что нужно было торговцам? Торговцу изумруд. Изумрудик. А что это изумруд? Совсем синий, это может быть лазурит. Не-не-не, зелененький. О, алмазики, ёбушки-поробушки. Это прям... прям ништяк. Молодца, потому что я нашел на самом деле лаву. И я собираюсь сгореть. Не надо, нет, Саня, нет. Главное позитив. Не собираюсь. Главное позитив. Нет, я собираюсь залить ее водой. И получить. Кстати, здесь еще и вода рядом. Вот это мне повезло. Одновременно и вода вроде, и лава. Мне не придется бегать наверх. Я хочу получить обсидиан. А, кстати, да, классно. Да, здесь точно лава есть. О, вода, я хотел сказать. Так. Помимо всего прочего, здесь где-то скелетосы. Немножко железа. Главное, чтобы без криперов. Так. А, понятно, здесь еще один этот самый, как его, еще одно подземелье, шахта. А, кстати, я себе сделал золотые трусики, золотые штанишки. Ты это делаешь? Мы когда с вами вложились, мы это видели. Вот как бы. Забыл сказать, ребята, да, у меня золотые штанишки. Вот так вот. Они, правда, не такие, как железо прочные, но... Он выглядит прикольненько. Золотишечка. А вопрос. Если золото в плане брони не такое прочное, то как золото в плане инструментов? Так же не очень? Я думаю, вроде да. По-моему, так же, да. По-моему, так же. Так, все хорошо. Ну что, хочешь контент в плане создания, как его? Я забыл, как называется. Обсидиана. Конечно. Сейчас я тебя подцеплю. Часик. Мне только понять, где ты находишься, где я нахожусь. Я нашел изумруд, да, реальный изумруд. Мне бы знать, где я нахожусь. Стой. Вижу тебя. Ага. Привет. Золотые трусики. Чувствую, прилипнет кликуха. Да. Так. Вот оно что, Михалыч. Пойдем. Пошли. Только здесь очень легко заблудиться. Пойдем, я сам уже немножко блуждаю. Вань, надо будет нас вытаскивать, Вань. Нормально все. Он нам скажет координаты, мы по координатам пойдем. Догоняй. Опа, что-то орут тут. Ага. Ты пещеру нашел, да? Смотри, да, здесь у нас с тобой лава. Я предлагаю просто сейчас скинуть быстренько в лаву всю грязь. Угу. Все, что не нужно, абсолютно точно. Там ходят аккуратней. Щасик. Угу. Ну что, ну давай, лупай, да. Оп-оп-оп-оп. О, прям так вот даже, да? Но по большому счету я же могу подобрать ее. Все правильно. О-о-о. Отойди. Подобрал. Угу. Отойди, потому что лава поднимется. Видишь, оттуда источник прет. Вижу. Но если не ошибаюсь, я этот не смогу сейчас превратить. Да, он будет превращаться в камень, потому что в обсидиан превращается только лава, которая как бы как клетка лавы. Ага. А это просто, которая растеклась,
которая растеклась, пардон. Ну ничего, нормально. Аккуратнее смотри, лава рядышком. Ага, которая растеклась, она не превращается. Секунду. Ну-ка еще. Во, хорош. Только сейчас здесь нужно по-быстренькому поставить факела. Угу. Значит, у нас сейчас с тобой здесь весело будет. Так. И это... Ну и все. И аккуратно добываем, потому что под ней может быть еще лава. Обсидия. Подожди, подожди. А если... на самом деле мы сейчас с тобой проверим. Копнем под него, чтобы там под ним лавы не было. Иначе мы его потеряем. Камушки. Все нормально, да? Можно копать. Угу. Давай копать обсидиан. Копается долго. Да он копается? Копается, но долго. А почему-то у меня не копается? А, копается. Копается, но долго. При помощи обсидиана можно сделать магический стол, если не ошибаюсь, стол зачарований. Угу. И самое главное, портал в ад. Да, вот у меня сейчас рецепт добавился. Блин, ребята, скоро будет портал в ад! Слушай, ну это круто. Это круто. Блин, он долго реально бурится просто. Он долго бурится, да. И кирка, наверное, ломается, нет? Нужно стол зачарований сделать и зачаровать кирки на плюс какой-нибудь, а потом еще, может быть, даже на удачу. Тогда они будут быстрее еще добывать, если не ошибаюсь. А я не помню. Вот это я могу врать сейчас, на самом деле. Ну вот он, контент. Да. Копаем обсидиан, но, правда, очень-очень долго, с большим трудом. А вы, ребята, обязательно напишите в комментариях, как работает зачарование. Будет ли, вот как Саня сказал, или нет это? Зачаровать кирку. Опа, секунду. Тут еще лава. Ваня, да, ты живой? Вроде работает. Ваня там уже с криперами гуляет. Вань. Да я живой, тут туса. Туса у тебя что? Что делаешь там, а? Чикаво. Ничего. Ой. У него там торговец. Они что-то там торгуют немножко. Торгуешь там чем-то, Ваня. Чем-то. Ах ты торгаш. Аккуратнее только с обсидианом, под ним может быть лава, не провались. Да, я вот поставил булыжники там. Пш-пш-пш. Да-д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 а
камушек вырубил. Сволочь, я так понял. Что-то я не подумал. Чувствую, задница жарковатая. Это было бы сейчас очень весело. Слушай, а лава как она дамажит, интересно? Много или ваншот? Не, ну нет, на самом деле там драм, там удар 3-4 по тебе пройдет, дальше ты умираешь. Все, то есть понял. Есть небольшой запас прочности, не сразу. Давай-ка прям проверим. А, черт, сгорел. Ну-ка, секунду, я вот здесь копну. Эй, вода. Блин, никто не знает и не помнит, да, как листву собирать в кубике? Так, ребят, пишите в комментариях, как собирать листву в кубике. Обязательно. Нам это важно. Нужна листва в кубике. Я так 2 года ждать. Ваня не может без листвы в кубиках. Да, я не знаю, какой здесь ад будет, потому что у меня-то ад был модифицированный. Угу. О, здесь тоже лава. Я вообще не знаю, что за ад, понимаешь? Для меня это вообще просто будет открытие. Но здесь он называется Незер. Незер. Незер World. Я прям чувствую, как он Незер. Он зовет меня. Да. Класс. Незер. У тебя голубые лампочки, зажглись. Ты идешь? Я, кстати, все железо оставил под землей, класс. Ну, а потом за ним схожу. Не получится поспать. Почему? Почему? Скелет нас смущает. Какой? Точно? Который под домом. Он будет... Сейчас мы его засмущаем. Ну-ка, давай его накидаем. Подсматривай. Извращение. Ой, крипер, Саня, крипер! Нет, беги! Беги от дома! Отводи от дома, Саня! Отводи, он сейчас бомбанет, отводи его нахрен! Мы устроили красивый домик у нас тут. Бей его в спину. Все, давай, бью. Спину его бей, в спину бей, давай. Да бей его. Шакалы. Проходи. Блин, надо равнять опять территорию. А что такое улетело? Мне показалось, что это Ваня улетел, нет? Ваня улетел просто в стратосферу, такой жопа сгорела. Заползай. Потому что я без понятия, какой здесь ад. Опять я по центру, что ли? Да. Не трогать меня! Не лапать! Золотые трусики. Жопа, а?
Жопа. Ладно. Так, я предлагаю немножко подальше от дома его установить. Ну, просто это будет временное решение. Так, угу. Так. А если теперь вот, секундочку. Так. Чего они есть? В подвале? Мне не нужно. Ведьмы там. Я всегда ставлю на улице. Так, и что там нам надо? А, я немножко перепутал, хорошо, значит, вот так вот. Промахнулся. А сейчас ты каменный зачем? Можно же просто, да, поставить? Это красиво делать. А, это просто для основания. Это просто для основания. Давай попробуем пошире его сделать вообще. Не будет надо, он работать. Зачем? Не надо. Да скорее всего будет, просто смысла в этом нет. Так. Так, теперь. Я доверю это тебе, так как это твой канал, сервер. Бери огниво. Вот огниво. Сейчас, возьми. Спасибо. Подходишь и зажигаешь. Блин, ну поехали. Только не запрыгивай на него пока что. Оп, получилось. Баня, баня. Да. Давай, ты первый, Бань. Смотри, что здесь. Бань. В смысле, вы хотите меня уже в вашу запихать? Давай, иди. Первопроходец, тебя спинка туда закинем. Давай, Ванчел. Ну что, пойдем глянем? Пойдем глянем, что там, интересно же, ну. Я зайду только на полшишечки и обратно. Огниво не выбрасывай. На полшишечки. Будь предельно внимателен. Давай. Все, вы забежали? И не прыгай сразу, потому что там может все оказаться все что угодно. Там может быть провал. У меня головокружение. Так, я когда заходил в портал, Лёха остался снаружи. Кстати. Я боюсь, он может портал сломать. А чё такое-то? Я назад. Всё, загружаюсь. Я с первого раза не зашел в портал, я слишком жирный, наверное. Понятно. О май гад. Там уже свины. Светлокамень! Да, его здесь дофига. Светлокамень! Посмотри, Саня! Его здесь море, я знаю. Ты посмотри на него, какой он красивый. У вас он некрасивый, а у меня спокойно. Красивый. У меня в нем... Я догадываюсь. Дайте мне светлый камень. Срочно. Александр, специалист по безопасности. Огораживает это сразу. Так. Вань, возьми лестницу. Пожалуйста. Меня зовут Баня. Баня, возьми лестницу и кремень. Я наученный горьким опытом, я сразу отгораживаюсь. Лестница. Потому что один раз я себе все запоганил тем, что я потом... Ну, у меня здесь было очень много этих самых свинов. Я ничего не мог сделать. А еще этот летающий, я забыл, как его зовут. Кремень возьми. Гад. Так, подожди, все, мне светлокамень нужен. Какой кремень, зачем? Ну, возьми, он нужен кремень вообще-то. Как-то. А вот это красное, что это? Незер, камень. Незер... Незерстоун, незерит, Незерстоун. Ты его собираешь? Он называть. Нужен нам вообще? Ну, не шибко. Ладно, я возьму чуть-чуть, чтобы был. Так, светлокамень. Мне надо, вот эти светлокамни нужны. Чем их ломать, чтобы они целиком, ничем, да? Потом собирать их надо, видимо. А то там только порошок светлокамня падает. Они такие красивые, баня. Порошка и складывается, по-моему. Баня. Почему ты баня? Потому что баня. Потому что у меня есть друг в болоте. Короче, прикол, да. Алло, здравствуйте. Это баня? Нет, это его друг в болоте. Понимаешь? Теперь понял, хорошо. Теперь это баня, а не Ваня. Светлокамни, как я некрасивые. Докладываю по периметру, есть враги, но вроде нас никто не трогает. Да. Аккуратней здесь, я нашел лаву. Вань, построй мне лестницу наверх, пожалуйста. Лава, вот к этому светлокамню. Сюда не копаемся. Ну что, из чего-нибудь, у меня нет кубиков. А я тебя не буду называть Володей. Спасибо. Так. По периметру вижу свинью. Свинью? Аккуратнее. Она свинья. Демоническая? Она рядом. Да. Она идет. Нет. Еще она выше. Демоническая свинья где? Покажи. Да это. Ну, нет. Какой же он красивый.
Ребят, ну если красивый, обязательно жмите лайкос, если вы также считаете, что он красивый. И, конечно, пишите в комментариях, нравится вам этот светлокамень или нет. Ох, какой. Кто это рычит? Кто рычит? Welcome to hell! Это что такое? Все, в принципе. Свинья очень рядом. Алмазики нашел. Алмазики. А, это класс. Мне страшно. О. Что это за звук был? Спокойно, аккуратнее с этим. Аккуратнее, это... Она летает, да? Летающий, да. Вы тоже слышите это? Да. Что это за звук? С этим покрытием. Я забыл, как его зовут. Это облако, которое летает вроде бы. Край плюется, взрывается. Это вообще жестокая штука. Так, а вы звук-то слышите, нет, который... Вот такой. Да, да, да. Это она есть? Да. Господи. Она где-то здесь рядом у меня. Сворачиваемся. Кварц. Кварц, хорошо. Да, я тоже кварц насобираю. Подожди, это не кошка твоя, киска, Вань? Нет. Точно? Сижу за периметром, никого не вижу. У тебя также киска орёт, слышишь? Да не орёт. Он на самом деле далеко звук распространяет. Он может быть не совсем рядом, а может быть где-то, ну, под нами. Я вижу её. Где? Так вот. Аккуратно, не примани. Да, я стараюсь. Где? Она там мелькнула вдали. Далеко. Так орёт она? Ёпа мать. А не жесткие здесь вообще эмоции, интересно? Может, мы порубаем кого, не? Порубаем капусточку. А ты сейчас идешь, Лёха, в её сторону. Ай, блин, той херни, блин, которая... блин, 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 блин. Как минимум нужен этот самый, как его, алмазный меч. Как, потушите меня, блядь! А чё, он горит? Что с ним, у тебя жопа сгорела, что ли? What the fuck is it, вообще? Чего я так долго горел-то, скажите? Как тушиться-то, никак? А обо что ты зажегся? Да вот здесь горят. Вот. Лаву? Ну, ты тут собрал кварц, тут на кострище почему-то мой запрыгнул автопрыжком, понимаешь? Ага. Не очень приятно, ситуация. Так, ты что-то застроил нам? А, портал вход нас застроил? Конечно. О. А ты как хочешь быть в безопасности и приходить сюда в безопасность? Класс. Или ты хочешь прийти и сразу получить плевок? Как же зовут эту мелкую дрянь, которая смеется? Давайте, друзья, подскажите в комментариях, потому что вы точно помните. Да. А вот я абсолютно забыл. Все, мне кажется, довольно-таки безопасно. Сектор чист. Сектор clear. Ну, вот это вот на самом деле ад. Это офиг... Я могу... Основная задача найти... А, как называется? Как он называется? Я замок? Да, смутно помню, но, по-моему, здесь просто есть замки, и прям с такими, да, здоровыми коридорами. Здесь. Там много вкуснях. Она орёт. Она орёт. А, главное не приманить её, и Саня идёт в её сторону. Ладно, пойдёмте. Я даже не знаю, где. Хочешь посмотреть на неё? Ну, пойдёмте глянем. Пойдём глянем. Просто позырка. Я ваши вещи подбирать не буду. Я 20 светлокамней сделал только что. Ваня, светлокамни забери. Тихо. Спокойно. Свин. Места нет. Это свин? Кстати, у свина, да, у свина золотой меч. Опа. Кстати, бежим отсюда! О, господи! Что случилось? О, господи! Ой, там толпа, нахер! Там мелкие еще дрищи бегут, дети свинов! Свинодети! Беги. Вань, беги нахрен! Уходим, 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 уходим! Свинодети! О, май гад! Закрывайся! Все. Так. До свидания. Смотри, вон, вон он, свинодети! Вон он, свиноребенок один побежал на золотым мечом. На самом деле, потом... Делай, знаешь как? Подожди, я тебе покажу. Я тебе покажу, это старый фокус. Выкапываем. Ой, не подходи сзади со спины. Я не подхожу. Свинодети! Какого герла? Саня! Старый фокус? Как? Старый фокус. Дрюч, дрюч их, дрюч. Не на той высоте сделал. Один минус, два минус. Закрой. Как хорошо, что я вовремя смылся. Вань, закрой чем-нибудь. Я ушел уже. Твою мать. Меня убили. Не трогай мои вещи. Все, я закрылся. Фух, да я не трогаю, не трогаю. Это сделал. Я, кстати, о них просто не подумал, об этой мелочи. Ой, прям в один кубик залетели. Я тут знаю один старый фокус. О май гад. А что это, у них уши какие-то отлетели? Гляди, что могу. Я что могу, да? Ну. Ла, нормально. Нормально, нормально, хорошо.
Живем. Не, на самом деле это хорошая штука. Но сейчас-то их уже нету, детей, в смысле. Ну. Просто под нами еще. Саня! Еще один старый фокус. Я не знал, что они там. Они тут нам подбираются все. Ты заканчивай с такими фокусами. Он, кстати, на курице едет. Иди сюда, он на курице ездит. Что за жизнь здесь происходит? Остановите, я сойду. Что здесь происходит? Что за жизнь? Я здесь застроил, секунду. О, господи. Подожди. Вон уж свинья кричит. Вроде нету мелочи, да? Все хорошо, вроде нет никого. Не факт. Может прибежит какой-то. Все хорошо, не переживай. Ваня слился. Ваня, вон орёт, свинья орёт, как будто дрючит. Ваня, здесь свинья. Чё, а, это они-то корут её? Я вам что-то со свиньёй делают они, впервые. Как же громко. Ну, вам отсюда не сильно видно. Как дела, Саня? Все хорошо, я валю потихонечку. Режет, как свинищу подрезал, бля. Да, неплохо, неплохо. Тут на самом деле лук и стрелы нужны, понимаешь? Меча это как-то такое. Ну-ка дай-ка я попробую пульнуть. Ну-ка, ну-ка. Ты ручку сделай себе одну маленькую посередине и в нее пуляй. Думай. Вы можете бить в прыжке, точнее, вот от падения. Бу! Есть, точно в цель. Бу! Минус. Ой, блин, нормас дамаг такой. Это еще простой лук. На самом деле лук можно улучшить. Начаровать. Красиво. Ну-ка, дай-ка я тут застрою. Ты собрал золотишко? А, это кусочки золота. Смотри, золотой меч. Золотой меч. Золотой меч, а да. А еще есть золотой меч? Золотой меч тоже нужно. Подожди, сейчас как-нибудь кость выкину. Во, забрал. Я не помню, что с ним можно сделать, но давай уходить отсюда. Да, 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 да. Это... Немножко похулиганили, и на первый день хватит, гля, как умею. Ля, как умею, да. И просто там какая-то малышня забегает, начинает тебя хироборить вообще. Пойдет. Домой. Дом, милый дом. Ой, здесь ночь. Так, домой быстрее. Быстрее домой. Постель? Постельку надо разгрузиться, на постельку. Это только и думает о постельке. Он уже лежит, готов такой. А что у тебя в руках, свитерон? Сегодня свитерон будешь спать? Нормально. Отлично. Фух. Так. Что это такое у нас? Ой. Девочка. Сейчас, секундочку. Да что? Пики ждут. А что вы поставили за ящик здесь какой-то? А, это лучник какой-то? Для лучников? Кстати, есть стол для кузнеца и стол для лучника, но при этом с ним нельзя взаимодействовать. Это странно. Вы можете, не можете уснуть, пока рядом есть монстры. Я не могу заснуть. Ну иди зачисти их быстренько, мы поспим. О, господи. Кто тут стоит? Крипер, крипер! Нет! Увожу, 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 увожу. Увожу. Ваня, Ваня, история не повторится. А что, у вас тут история была какая-то? Да, да, веселая. У, прям главные ворота. Твою мать. У меня много здесь. Я хотел построить дом на ровном, чистом поле, который твою... без дыр. Да. Все нормально? Хорош, все. Нормально. Хорошее чистое поле без дыр. Да. А в итоге бахает везде слева, справа. Чистое поле, блин. Ну ничего, дырки заглотаем. Слушай, Ваню нужно взять к себе строителем. Неплохо, да? Блин. Да. Ну, на самом деле, дом-то хоть и построили, но в итоге все переделал Леха. Ну я сделал красиво, понимаешь, я добавил изюминки, потому что был как фалос какой-то. Там писюндрик торчал просто, а сейчас... Вот это что такое за квадратик, кубик? Тут лук и стрелы. Не знаю, лучника, но с ним нельзя взаимодействовать. Ага. Ну так, секундочку. Так в него стрелять, наверное, нужно. А, тут думаешь, как цель? Так... Дело я забрал. Что... Я сволочь. Вань, ты что там, нет, туалет сделал, что ли, на природе? Ты где? Сейчас, Вань, туалет, что ли, сделал?
пока еще нет. Че ты там? Ну, делает. На природе, туалет на природе, нормально. Так, что у нас здесь? Все. Здесь все есть. Класс. Так, а ой, какая редисочка-то выросла. Картофанчик. То есть просто ее собираем, да? Четыре картошки, да, четыре картошки с одного куста. Но вот, например, хорошо видно, смотри, волк. Волк! Да. Смотри, да. Вот это вот выросло, а вот это не выросло. Да, да. Понятно. Сейчас шикарно. Так, картофан. А вот это вот. Вот и, ой, это тыковка, что ли? Ну-ка. Не знаю, наверное. Она выросла, она интересно. Это что у нас такое, пшеница, что ли? И сколько? Она вообще выросла, выросла, но не вся. Не, что-то семена тыквы, наверное, что-то как-то... Видимо, немножко поспешил. Ты здесь что-то сажал? Где? Нет. А тыкву не так нужно было, на самом деле, видимо, сажать. Видимо, в квадратик, так, вот, смотри, да? Тростник, видишь, как вырос? Ну. Видишь, тростник вырос, но его нужно собирать не полностью. Нижнюю часть нужно оставлять, чтобы она продолжала расти по новой. Ну, а тыкву-то как вот я так вот обрежу? Она одним квадратиком? Да, тыкву нужно квадратом было посадить. Четыре квадрата, да? Клетки. Да, ну, четыре клетки. Я понял. Тогда. Если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Цыпочку, Ваня, приманил. Строй. Да, строй забор. Какую цыпочку ты приманил? Ну, покажи мне, покажи, ну-ка, расскажи. Ворота нету, Лёх, ворота есть? Сань, ты где? Я ты тебе скинул. Ушел, да, куда-то? Я ж тебе скинул. Ты скинул забор, но не ворота. Нет, там и ворота тоже были. А, все вижу. Опа. Так, и что ты, чем приманил курочку? Да просто в руках держу семена, она за мной идет. Да семена пшеницы? Видишь, семена пшеницы, да. Ну, давай еще одну приведу сейчас, мне интересно. Она на тебя зарит, идет сюда. Да, мои семена. Мои семена. Так, сейчас семена возьму, попробую. Интересно. Ну, что, а это что у тебя тут за цыпочка? Ты ее тоже семенами подкармливаешь? Ревнует, ревнует. Куда ты? Стой, сюда иди. Дурная. Давай, застраивай. О, сельское хозяйство пошло. Так, свет. Мне нужна цыпуля. Просто бегаешь и ищешь. Цып-цып-цып-цып-цып. О, цыпуля, вот они. Мои девочки. Я иду к вам. Блин, это все произошло довольно внезапно. Мне не хватило времени подумать. Ты давай побольше просто сделай. Это маленький. А я могу сразу две привезти. Двух веду. Давай, тащи. Подожди, троих веди, сейчас цепану. Веди. Тащи, веди. Цыпуля. Цыпуля. Ой, давайте, мои курочки. Мои курочки. У меня отряд здесь такой за мной. Хорошо, все будет хорошо. Я даже не знал, что эти мелкие свины могут на них ездить. Это было для меня новостью. О, вечереет. Так, мне надо успеть. Ох, отряд курочек. Ваня, Бань, yeah. Ты сделал там что, куда их заводить? Потому что у меня тут целая орда. Да, яйца и курочка, можно стоять. Отлично. Яйца — это хорошо. Но вы их там прям сразу бейте. Так, ребят, тут девочек веду, цыпуль. Посмотри, сколько отряд такой. Я думаю, у тебя там петушки. Бань, куда заводить-то? Вот, смотри, смотри сколько, ля. Сань. Сейчас иду. Я вижу. Они еще в ряд, когда вытягиваются, вообще смешно просто. Ты где такую толпу нашел? Я одну нашел только. У меня здесь 5 курочек. Давай, ну куда они пошли? Куда вы пошли? Загоняй. Мне кажется... Они толпятся. Мне кажется, здесь недостаточно просто. Места. Давайте их заведем, потом застроим. Так, сейчас растеряем этих курочек. Цыпы. Во. Все, больше не заведите, заходит. Там еще. Вон еще. Давай. За мной. Ага. Бань, закрывай. Все. Ты не выпрыгнешь. А где ворота? Сейчас будут ворота. Черт, это не то. Извини. Еще одна курочка здесь. Курочка. Сейчас поставлю. Куда ты пошла? Куда ты? Да куда ты?
Чего вы делаете? Так. Это на мясо. Ваня. Какое мясо? Ваня уничтожил курятину. Давай, заводи их сюда. Мешает он проход. Не мешает, все хорошо. Он не ходит. Давай. Во-во-во, закрывай. Убирай из рук, убирай семена из рук, убирай семена из рук. Убрал. Все. Черт, не так. Держи, 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 не отпускай. Не отпускай эту дрянь. Так, все. Вышел, закрылся сразу. Так, что у меня там по яйцам? Два. Ну это нормально. Здесь хоть ворота, два, окей. Нормально? Ах ты мазафакер, иди сюда. Гада. Хорош. За цыпочек закрылись, да? Ну, нормас. Заступили за наших цыпуль. Ты говоришь, в прыжке там, да? Дамаг больше. Да, вроде. Так, слушайте, ну отлично вообще. Великолепно. У нас теперь есть. У нас теперь грядочки. У нас теперь здесь овощи растут, сахарный тростник и... Очень много курочек в загоне. Куряди, цыпулечки у нас, цыплятки. Вообще красота. Они нам дают яйца, да? Что они нам еще дают? Помимо самое яиц. Главное, что они нам будут давать, это перья. Перья для стрел. И это будет обалденно. И еще, кстати, я вот не сказал в начале серии. Домик мы немножечко преобразовали. Сделали справа такую же пристройку, идентичную, как и слева. Он стал теперь просторней, второй этаж появился, и, конечно же, у нас появился дымоход. Смотри, как нужно. А, ты пропустил все, господи. Что такое, что такое? У меня тут цыплята. В смысле? Ты можешь просто взять на самом деле семена, покормить куриц. Ну-ка, хочу. Оп, и цыпленочек. Но я их уже всех покормил, да не открывай ворота. А, я ударил. А как кормить-то? Живодер. Они уже покормлены, все, в следующий раз. Все, что ли? Да, но там на самом цыплят. Деле есть еще один способ, как хорошо можно добывать в большом количестве стрелы. Так, стрелы. Так. Нужно построить большую темную комнату, там будут спавниться зомбари, скелетоны, их просто валить и все собирать. Ага. Понял. Ну, это интересно, лайфхаки пошли у нас, да? Угу. Вон цыплятки. Маленькие. Ну что, сегодня получается, мы с тобой сгоняли в ад. Да. Поместили немножко свинок. Это было классно, это было весело. Поместили немножко меня. Да, это было реально весело. Классненько. Самое главное, огород подняли. Все, у нас все шикарно. Алмазы нашли. Алмазы. Ой, первые алмазики. Вообще, кстати, можно действительно сделать по алмазному мечу всем, потому что без алмазного меча жизни нет. И туалет Ваня сделал. Это из туалета такие звуки здесь? Нет. Из туалета. Короче, я вам по алмазному мечу кладу в сундук. Забирайте. Надо обязательно туалет проверить. Что там как? Что там Ванька сделал? Не, ну неплохо на самом деле, но что-то я залезть не могу на него, на толчок. Подожди. Не получается. Не получается? Попробуй ты. Ваня. Сейчас, есть один способ. Есть? Заняты. На самом деле там должно было быть ведро с плавой. Еще что-нибудь. Что, с лавой, чтобы сесть уже попой? Нет, чтобы можно было все это утилизировать. Так. Залезь кто-то. Ой, у меня нету кубиков. Не, в смысле, туда зайди. Сейчас. Тут зомбак решил тоже в туалет сходить. Так, зашел. Так, не пролазить пока все равно. Не, а у меня верх не мешает. Подглядывай. Тут зомбари пришли в очередь выстрелили из квартиры. Все нормас. Я здесь уже. Хорошо. Ну, в общем. По пояс. На этом по пояс.
Нести лаву! Лаву нести! Мы на этой замечательной ноте мы закончим с волкопринесами. Да-да-да. Да, было здорово, ребят, отлично, по-моему, великолепная серия, веселая, надеюсь, вам тоже было интересно. Со мной был Саша Музлов Плей, со мной был Ванчелло, мы вместе выживаем в Майнкрафте, в ванилочке, да? В ванилочке. Но вы не забывайте обязательно прожимать лайки, не забывайте обязательно подписываться на каналы, ссылочки будут в описании. Чё ты меня застроил, ты вообще не вылезти теперь. Что мне делать? Баня! Баня, открой! Как мне вылезти-то? Не забывайте, ребят! А, мои глаза! Не забывайте ставить лайки. Лайки добра обязательно. Писать в комментариях, понравилось вам или нет. Советики всякие ваши обязательно пишите. И подписывайтесь на канал, конечно. Конечно. И на мой канал, и на Санькин. А Ванька письку было бы дано. А баня строит туалет, который не вылезли мне теперь. Вань, ну что такое, ну? Ваня. Все, нормально. Выпустил меня из туалета, спасибо. Все, да. Удачи.